Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Ну что? Так, что тут мне хотят-то? Продолжаем мы играть в Гномел. Гномел, высадились мы на третьем острове. Так, давай займись чем-нибудь пока. Давно я не играл. С виду могло показаться, что я играл только вчера, но это потому, что ролики выходят один за одним, по крайней мере, я стараюсь их таким образом выпускать. А вот играю я, если кому интересно, сейчас, по-моему, где-то 7-й, наверное, ролик вышел на канале по этой игре. Ну, а это 31-й. Это чтобы было понятно, насколько небольшая разница между тем, что я записываю, и тем, что вообще на самом деле происходит. Ну да ладно. В общем, третья миссия у нас пустынная. Здесь, я так понимаю, будут проблемы с много с чем. Здесь есть какие-то волшебные пирамиды, я понять не имею, что это такое. Плюс здесь, ну, довольно большая карта. Ну, хотя не сказать, что она прям адовая, но сильно побольше, наверное, чем та, которая у нас была до этого. В общем, все сначала. Есть ягоды, летает птица, короче, все такое прочее. Ладно, ставим себе побыстрее все. А, нет, не ставим пока. Сейчас надо прикинуть хрен к носу. И посмотреть, насколько тут... Так, и посмотреть, насколько тут, насколько тут. А здесь у меня уже все развито получается. И кирки у меня, обработка стали полностью. Всякая шваль типа домоводства, рыбалки и прочей ерунды теперь. Понятно. Так, ладно, надо тогда идти по квестам, чтобы набрать себе много-много гномов. Так, полуфабрикаты, рыбалка. Так, это все понятно. Ладно, надо собирать все подряд. Короче говоря, все как всегда. Поэтому мы сейчас оставим себе двойную скорость. Так, и надо запланировать, где у нас будет дом. Где у нас будет дом? Дом у нас будет где-то в породах вот здесь вот, наверное. Я не буду ничем менять. О, деревяхи, кстати. Это вот все надо будет добыть. Так, я ничего не буду менять в этом. Так, теперь надо вспомнить, как тут... Как вообще в это играть? Так, создать. Ля-ля-ля. Где-то тут у меня должны быть. Так, порталы, это все понятно. А, вот они. Так. Соответственно, портал и, соответственно, магический свет. Общий сбор у меня уже есть. Так, больше вроде как ничего интересного у меня пока нет. Ну и ладно, надо тогда... А, нет, магический свет здесь не надо. Тогда сделать пару порталов. Помочь товарищу. По-моему, повеселее работалось. Кстати, не могу ли я ему сделать топор? Топор я, наверное, не могу ему сделать, потому что у меня со сталью проблемы. Есть у меня такое подозрение. Хотя бы какой-то топор я могу ему... Какой-то топор я могу ему сделать, кстати говоря. О, отлично. Нам дали еще одного человека как раз. Не то, чтобы это было очень хорошо, потому что на этом у нас топора уже нет. Так. Что-то еще-то у нас из интересного. Блин, на железный топор. Ну, нужно железо, как бы логично. Ладно. Хотя бы у одного будет хотя бы что-то. Лучше, как говорится, чем ничего. А чё вы убежали, я не пойму, что... понятно. Чё, если тут какие штуки происходят? Ну, она уже ушла, все, хорош, ребят, уже можно рубить. Ну, правильно, ты телепортировал, чтобы тебя здесь сдуло, да? Молодец вообще. Вот, конечно, то, как они себя ведут, иногда заставляет меня бросить эту игру. Я любитель доигрывать игры, которые я начинаю, но это, конечно, просто ахтунг. Так, следующий уровень 500 надо набрать. Хорошо. Сейчас наберем и 500. Сейчас мы перетаскаем все деревяха, и, наверное, 500 наберется, я так думаю. Так, плюс можно еще каменюки подрубить вот здесь. Здесь вот можно каменюки подрубить. Так, здесь мы тоже что-нибудь можем подрубить наверняка почти. Нет, это пока не будем. Ну, я так понимаю, что буйвол нас опиздюлит, поэтому буйвол мы пока трогать не будем. Так... Это мы поможем ребятам. Так, что тут пошли ковырять? Хорошо, молодцы. Сейчас мы как раз я вам сделаю каменные топоры и каменные кирки еще вдобавок ко всему. На те ресурсы, которые вы наберете. Что-то как-то стемнело резко быстро. Книга «Каменотесы» у нас есть. Будет у нас теперь каменотес. Возможно. Так, могу ли я... Могу создать... Так,
Создадим две каменных кирки, еще один каменный топор. Так, я их создал? Да, вроде я их создал. Так, каменную кирку тебе дадим и каменный топор. Тебе дадим каменную кирку, каменный топор у тебя уже имеется вроде как в распоряжении. Так, и каменотес, лесоруб, каменотес. Пока хрен с тобой. Пока хрен с тобой, золотая рыбка. Так, поскольку нам дадут уровень, можем все равно ману. Хотя, блин, маны-то не так что и много на самом деле на базовых уровнях. Может быть, я и погорячился. Так, эту ерунду, я так думаю, можно тоже спилить. О, уже зомби идут. Так, здесь есть скорпионы, понятно. Ну и здесь есть те же самые зомби, это тоже понятно. Так, а мне, по идее, надо сколько-то, наверное, натаскать. Что-то там. Что мне, кстати, надо натаскать? Они же скоро жрать, наверное, захотят наверняка почти. Так, рыбалки и прочую херню они хотят. Понятно. Так, ну и чего? Где мы будем делать дом? Прямо вот здесь вот в песочке? Ну, в смысле, не здесь, а рядом. Ну, наверное, да. Или вот здесь вот. Так, наверное, вот здесь вот мы будем делать дом, я так думаю. Так, сейчас мы куда-нибудь укопаемся. Потом мы там внизу сделаем склады, и все у нас будет хорошо. Так, песок у нас осыпается. Раз песок у нас осыпается, значит, с песком надо быть поосторожнее. Так, чтобы быть с песком поосторожнее, нам нужно будет сделать себе... Так, нет, подождите-ка. Тут еще вот эти ребята, еще ниже копаемся. Мы будем сначала делать такие же волчьи ямы, как всегда, собственно. Плюс мне надо еще, кстати говоря, наделать лестниц. Так, наделать лестниц. Лестниц я могу наделать довольно много. Так, все пока перерабатываем в лестнице, потому что лестница на ближайшее время мне понадобится. О, еще одно товарища мне дали, хорошо. Так, значит, сделаем себе здесь лестницу для того, чтобы копаться вниз. Так, здесь у нас еще песок. В принципе, я, конечно, песок могу потом заделать. Мы лучше сразу сделаем себе нормальное подземное убежище, вот такое. Чтобы потом этим не заниматься. Так. Это у нас будет первый ярус, это будет первый ярус обороны. Так, надо как-то, наверное, сделать так, чтобы они пока рыли и ничего не таскали. Есть у меня такое подозрение. Так. Сейчас подумаю, как это лучше сделать. В принципе, наверное, мы просто возьмем и отрубим где-то у нас перетаскивание. Собирать. Вот сбор пока выключим вообще. Так, я это сделал? Вроде как вот так вот надо было сделать. Так, все, да. Собирать ничего не надо. Собирать ничего не надо. Надо пока копать, строить и другими вещами заниматься. Некоторые виды работ запрещены, ну это я знаю. Так, мы здесь будем делать себе... Да, в принципе, вот так вот мы будем делать в любом случае. Так, мне надо сделать, чтобы у нас был, во-первых, проход вниз. Так, этого надо зарубить, пожалуйста. Так, отлично. Вот это у нас будет первый рубеж обороны. Здесь мы поставим потом самострелы, которые будут отстреливать всякую шелупонь. Я так думаю, что здесь будет довольно сложно. Потому что это все-таки не первый уровень. Здесь наверняка должны быть какие-то проблемы. Так, пока мы вот так вот сделаем, я думаю, что дальше мне будет не нужно. Так, теперь где-то мне нужен проход еще ниже. А то, может, и два. Мне нужно два прохода. Ну, давайте сделаем. Допустим, мне нужно два прохода. Прям, короче, под этим уровнем мы сделаем себе уже более-менее жилые помещения. Так, ну, типа того. Мы себе делаем жилые помещения, сделаем здесь лесенки, короче. Так, давай, отлично. И мне нужно создать себе деревянных лючков. Лючков я могу создать только один, потому что нет деревяшки.
Так, это печать. Я так понимаю, что с деревяшкой здесь будут некоторые трудности. Так, ну допустим. Блин, тогда придется разрешить им собирать, раз такое дело. Блин, здесь еще эта свинота ползает, которая будет сейчас грызть опять. Да, она прям уже грызет. Может догрызться до чего-нибудь неприятного, скотина. Так, ладно, здесь у нас будет домишко. Здесь у нас будет домишко. Вот этот уровень, значит, второй мы сейчас все сделаем как можно жирнее. Здесь мы будем располагать все базовые штуки. Типа там всяких кузниц, хренузниц и прочую ерунду. А чтоб сложнее, тогда расположим уже где-то чуть поглубже после этого. Так, вы там рубанули, да, все? А, нет, вы рубите пока. Ладно, пока рубите тогда, хорошо. Через 40 минут на нас нападут. Да, за 40 минут желательно бы хоть к чему-нибудь подготовиться. Кстати, идол. Да, тотем мне уже дали. Значит, тотем мы можем смело сюда поставить. Единственное, что без люка это все равно не заработает. Поэтому, ладно, сейчас они мне вот здесь довырубят. Это все, а потом мы пойдем тогда собирать уже ресурсы. Ну, в принципе, ладно, можно им, наверное, так вот, чтобы они чуть-чуть уже собирали, уже сделать. То есть, не в последнюю очередь, но пусть собирают, ладно, если захотят. Так, что там, гном атакованный? А, мумии. Понятно. Так, сейчас он мне пронесет дерево, мы на это дерево сможем все забацать еще один люк, уже можем. Так, забацаем еще на всякий случай один про запас. Так, тогда мы сможем сделать здесь два люка. Так, и дом у нас будет, ну, в общем-то, закончен. Потом нам нужны будут кровати. Для того, чтобы потерять. И столы, кстати говоря. Так, на кровать мне хватает на одну пока, на стола хватает на два. Ладно, сейчас мы поставим тогда столы, на которых они будут у меня жрать. Вот так вот симметрично их расставим с другой стороны. Так, все, дом закончен. Дом, по идее, закончен. Так, давайте я вам тогда, знаете, что сделаю? Короче, копать в приоритете. Если есть что копать, надо копать. Собирать как бы тоже важно, но не так важно. Так, рубить. Так, рубить тоже важно, потому что если я послал вас рубить, это полезная вещь. Так, ну все остальное как бы по стоку, по сколько будете делать. Так, насколько у нас получится довольно жирный этаж, я смотрю. Так, здесь мы пока еще можем развиться. И смотрю, и здесь можем развиться. Так, ну хорошо, значит будем развиваться. Здесь, правда, сейчас начнет заводиться всякая швальная живность. Поэтому нужны будут еще эти самые... Как они называются-то, господи? Факела. Смола у нас вроде как есть. Можем себе наделать факелов. Единственное, если я только вспомню, где они находятся. Потому что, по идее, факела у меня уже должны быть... Но я их что-то здесь не вижу. Может быть, у меня их пока и нету. Потому что смола у меня вроде как есть из деревьях. Так, факел. Вот он факел. Так, факел я могу себе сделать. Так, отлично. Могу себе сделать 28 факелов. Надо здесь все подсветить. А то здесь сейчас всякая хиромантика начнет плодиться и размножаться. Всякие пауки и прочие дребедень. Так, здесь, кстати, для симметрии надо еще вырыть. Так, вот здесь вот над столами тоже повесим факела. Короче, типа вот того будем сейчас делать. Так, будем по одному развешивать во все стороны, чтобы все было хорошо. Потом, если все будет станет вдруг плохо, мы их тогда перевесим в другую, эту самую. Так, здесь я могу еще сделать. Отлично, значит, продолжаем здесь ковыряться. Так, с факелами разбираемся. Это все делаем, это все хорошо. Эта тварь там копается. Я думаю, что она через какое-то время докопается. Да, очень уверенно копается. Скотина такая. Так, что у нас тут со жратвой? Так, мы будем, видимо, питательными кокосами. И ягодами, видимо, да? Того и другого у нас есть. Ну ладно, хорошо. О, еще одного чувака дали, отлично. Значит, сюда насыпем кокосиков, сюда насыпем ягодок. Не так-то, чтобы и много ягодок у меня получилось. Так, и что там еще надо делать? Кровати? На кровати нет деревьев. Так, на кровати нет деревьев. А где у нас еще залежи деревьев?
Пирамиды. Что-то с деревьями-то здесь вообще все очень плохо, я смотрю. А, нет, вот здесь есть. Блин, за пятеру. Блин, за пятеру очень дорого. Короче, с добычей деревьев тут будет какая-то не очень здоровая ерунда, я смотрю. Так, деревья, значит, надо добывать прям по-жесткому. Чтобы их по-жесткому добывать, нужны прям порталы будут. Блин, ну за 4 очень дорого. Надо эти штуки покупать, которые уменьшают штраф. Так, с кактусов наверняка что-то... Так, ягод пойдемся тоже добудем. Вот эту фигню надо тоже добыть. Так, всякие саксаулы здесь растут. Так, еще ягоды выросли, я смотрю. Так, это все. Так, а их, в принципе, особо-то не нужно убивать до определенного момента. Ладно, ладно. Собираем пока, что собирается в таком случае. Листья мне все равно нужны, деревья мне все равно нужны. В любом случае, потому что мне надо всякие кровати делать, хренати и прочую ерунду. Так, давайте посмотрим, что мне нужно для того, чтобы продвигаться дальше. Так, мне нужны самострелы. То есть первая наша задача — это сделать себе нормальную защиту. Для этого мне нужны прочные укрепления, для которых, в свою очередь, нужны работы с камнем. Для которых, в свою очередь, нужны декоративные штукатурки, такие хрень на стену и прочая ерунда. Так, а, для нее еще полуфабрикаты нужны. То есть сталь. Понятно, все у нас начинается со стали. То есть мне надо нарыть себе угля. Нарыть себе угля и нарыть себе стали. Это первое, то, что мне нужно сделать. Понятно, ладно, сейчас у меня тогда гном закончит деревяхами. Я хотя бы какие-нибудь деревянные кирки им дам. Сколько у меня их? 5 штук. У двоих уже кирки есть. Еще надо 3 кирки, значит, себе сделать. Так, еще 3 кирки. Сейчас мы все 3 кирки еще произведем. Так, а где мы их все произведем? Блин, стальные бы, конечно, им дать. Добыча 40, а у обычной добыча 20. Ладно, раз, два, три. Хотя бы такая. Такая добыча лучше, чем никакой добычи. Так, это запихнем сюда, это запихнем сюда, это запихнем сюда. Так, все, отлично. Блин, за 4 маны. Прям сердце кровью обливается, но придется сделать. Так, сейчас все за 4 маны себе сделаем этой штуки. Ускорим немножечко себе сбор всякой дребедени. Сильно, конечно, далеко их лучше. О, это уже получил пиздюлей, я смотрю. Так, с кактусов что-то падает какая-то ерунда в основном. Да, не очень хорошо. Ну, я надеюсь, что первый раз-то нас не будут очень сильно атаковать. Так-то, по идее, не должны. Так, ладно, пора двигаться дальше. Что-то у нас, давайте посмотрим. Так, у нас посмотрим, посмотрим, посмотрим. У нас тут... Ага, у нас тут вот такая вот штука интересная. А здесь как раз все, что нам надо. И стали, и хренали, и прочая ерунда. Так. Ну что это означает? Это означает, что нам вообще, в принципе, по-хорошему надо было туда прокопаться. Следующий этаж сделаем в 3. Так, в 3 штуки сделаем следующий этаж. Так, ну, давайте, чтобы не изменять традиции. Тогда как-то вот так вот будем, наверное, этим заниматься. Так, вот так вот у нас будет этажик над этажом, а тот этаж, ну, мы потом как-то доделаем каким-то образом. Так, что вот это вот все надо разобрать. Вот этого надо забить. Есть какой-нибудь несыкливый? Блин, зачем ты улитку-то бьешь? Да, несыкливый есть, но несыкливый сейчас, походу, получит леща. Блин, личинки эти жесткие какие-то. О, втроем накинулись, ну надо же. Это вообще на них не похоже. Обычно они ведут себя как дебилы, а здесь они что-то как-то даже сумели что-то произвести на свет интересное. Ладно. Может быть, они перевоспитаются еще? Гномы наши тупые. Блин, он сейчас выкопает здесь вот эту хреновню. Мне нужна кровать для отдыха. Да, кстати, кровать их. Реально кровати-то нужны. Но кровати у нас всего 2 штуки.
мы произвели на свет всего две кровати на данный момент. Усовершенствуйте портал при помощи рецепта. Обязательно. Не обязательно усовершенствовать портал при помощи рецепта, но это будет не сейчас. Так, куда ты там хотел идти? Ладно, я тебя пока освобождаю от этого. Так, ребят, кто хотел собрать ресурсиков? Давайте, наверное, я вот так вот вам помогу, а то вы там будете морковки на лозаговине это все дело собирать. Так, что здесь у нас? Здесь я вам тоже могу помочь, и здесь могу помочь, и здесь могу помочь. Так, сейчас давайте собирайте, чтобы у вас хотя бы по ресурсам все было хорошо. Так, чего мне не хватает на кровати-то еще? А, да, в принципе, всего хватает вроде как. Так, где он тогда еще кровать здесь, еще кровать здесь. Так, теперь не хватает листьев. Ну да, с листьями здесь проблема. О, попался. Так тебе и надо, скотина. А что, ты здесь не можешь выкопать, потому что здесь вот эта штука, что ли? Хм. Очень странно, ну ладно. Не, ну сюда идти пока бессмысленно, нас там напиздюлят, причем только в путь. Так, вот камни мне бы добыть не помешало бы, потому что камень это важно. Так, вот этого забить. Забить, пока у нашего основополагающего гнома не прибил. Так, изверги забили, чему очень сильно обрадовались. Так, у этого у нас нету кирки. Вообще никакой. Так, у нас тут напрашивается еще уровень вниз. Давайте сделаем его. Так, напрашивает. Здесь у нас трехуровневая штука. Здесь, соответственно, будет тогда двух. У-у-у, кто-то там красиво так орет. Какой-то зомбоящер непонятный. Так, вот здесь вот тогда мы тоже прокопаемся. Неплохое жилище у нас получается такое. Ну, в общем. В общем и целом, вполне себе пристойное. Так, кстати говоря, у меня закончились лестницы. До прибытия различных лифтов и прочей ерунды будем держаться только на лестницах, поэтому надо доделать. Так, хорошо. Сейчас у меня будет довольно много стали. Ну как, не то чтобы прям дофига, но какое-то количество будет. Так, надо, кстати говоря, еще одну кирку все-таки ему дать. Я так думаю. Так, сделаем одну, даже сделаем две кирки. Так, где у нас тут товарищ там без кирки? Так, остальные вроде с кирками все. Да. Так, все, теперь тоже с киркой нормальный вариант. И лестницы, главное, доделали быстро. Что-то не так с этими гномами. Ну, я думаю, что они потом еще покажут свои навыки и интеллект чуть попозже. Сейчас, через 20 минут на нас нападут. И я думаю, что они проявят себя в полную силу. Так, не нужно ли мне здесь сделать еще одну лестницу? Давайте еще одну лестницу здесь сделаем. Так, вот здесь вот проковыряем тогда. А почему ты не можешь? По идее, ты можешь. Да, вот. Он точно должен мочь это сделать. Так. Стальку. Еще стальку вот эту надо добыть мне в обязательном порядке. Так, можете ли вы... А, они теперь не могут сделать стальку, потому что... Потому что сталька-то плавится в печи. А, они ее еще не нашли, добавил к всему нужное количество. Понятно. Все понятно, ладно, тогда пока. Пока отбой в таком случае. Тогда продолжаем ковырять. Мотать-то от крыс развелось. Просто пипец.
Да, с этими каменными кинжалами, конечно, многое не навоюют, боюсь. Ну ладно, мы под землей. Я думаю, что мы должны выстоять. Первое нападение, я думаю, что мы переживем. К второму, может быть, мы даже успеем что-то произвести на свет. А что, из крыс... А, господи, я думал, из крыс падает пшеница. Очень хотел удивиться этому факту. Вообще, крысы очень выгодные для убийства. Смотрите, из них падают ништяки разнообразные. Причем очень неплохие ништяки. Да, вон, шкурки падают. Из шкурок можно что-нибудь придумать интересное. Может, кстати, я что-нибудь придумаю интересное? Вон, шкуру на стену, например. А, да, сначала надо это открыть, точно. Так, вода, глина и уголь нужны для того, чтобы делать кирпичи. Для того, чтобы делать краски, нужны ягоды и вода. А для того, чтобы делать воду, ну, нужно ведро, соответственно. Так, а где у нас ведро? Где-то у нас должно быть ведро. Котелок я вижу. А ведро что-то не вижу. Ведро это у нас что? А, вот оно, ведро. Блин, оно делается из досок. Так, а для того, чтобы сделать доски, нужен верстак. А для того, чтобы сделать верстак, нужен стол. Для того, чтобы сделать стол, стол мы можем сделать. Так, допустим, мы сделаем стол. Так, теперь мы можем сделать верстак. Где он? Так, отлично. Теперь у нас есть верстак. Один, правда, но есть. Так, сейчас мы его куда-нибудь забахаем. Так, куда забахаем верстак? Вот сюда забахаем верстак. Так, сюда забахаем лестницу. У нас будет несколько маршрутов для того, чтобы в разных местах подниматься. Так, ну, вроде ничего-то такое получается неплохое. Так, здесь у нас, соответственно, разнообразные залежи железа и угля. Так, которым нам надо каким-то образом получить доступ. Так, как я хочу к ним получить доступ? Наверное, я хочу сделать вот так. Сейчас мы сделаем здесь... еще одну штуку, которая будет вроде как не совсем... Да, вроде как не совсем даже наша база основная. Потому что там может всякая хрень начать происходить, поэтому лучше вот так вот сейчас сделаем. Потом я себе еще произведу несколько лестниц. Мы их как раз вот сюда вот запихнем. Так, и вот здесь вот начнем копаться для того, чтобы добывать всякие полезные ископаемые. Как-то вот так вот мы сейчас все будем выкапывать. Нам здесь нужно будет тонну угля добыть разнообразного. Здесь нас ожидает такая же куча железа. Так, здесь мы, кстати говоря, можем сделать вот так в помощь нашим гномам. Здесь можем сделать вот так. Опа! Так, а что это у нас здесь? У нас здесь... Ну, помимо того, что у нас здесь дофига железа, которое нам надо будет добыть, здесь еще... В перспективе будут интересные находки. Так, вот здесь вот железо. Так, вот это все железо должно быть мое. Значит, соответственно... Ой, и уголь здесь. Короче, здесь вообще все очень хорошо. Вот это вот все нам надо в обязательном порядке разработать. Так, вот этот уголь тоже нам надо разработать. Так, вот туда, не дай бог, нам доковыряться. Это нам вообще не нужно совершенно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все будет хорошо сейчас. Помогаем гномам, пока на всю ману помогаем им просто ковырять. Это очень выгодная ерунда. Соответственно, будем тратить ману пока на разработки. Потому что сталь нам нужна дофигища. К следующему нападению зомби нам бы желательно, конечно, уже иметь нормальную оборону, чтобы гномы все спокойно копали. Потому что если они будут отвлекаться на оборону, ничего хорошего из этого не получится. Так, вот это мы еще можем добыть, а соседний мы добыть уже не можем. Так, а кто там кого бьет? А, они личинку забили, прикольно. Я сам хотел это сделать, но раз уж вы на это пошли самостоятельно, ну, молодцы, вообще честь вам и хвала, ребята. Так, вот эту вот ерунду я тоже хочу сюда быть, кроме вот этой, да? Здесь же уже, да, здесь уже можно получить леща. Да, без лесов, конечно, строительных они до тут не доберутся, но я им буду порталами помогать. Так, здесь мы два портала произведем. Так, здесь. Здесь, конечно, тухленько будет производить, поэтому мы, наверное, пока или будем нормально, пусть производится хорошо. Пусть они еще добывают, а тут все еще пронесут, все нормально.
Так, личинку они сейчас санными тряпками должны забить. Так, нет, вот это не надо. Тут пока не надо. Вот эти куски им, конечно, тяжеловато пробивать. Но чуть поделаешь. Здесь очень полезные ископаемые есть для нас. Поэтому придется поднапрячься. Так, здесь у нас еще есть уголь. Ну, короче, нормально. Будем здесь тогда ковыряться вниз. Главное, чтобы нас не зашили зомби. Но я думаю, что зомби ничего не должны с нами сделать. Ну, по крайней мере, очень маловероятно, что у них что-то получится. Это должна быть довольно малочисленная атака. Разрушать нас по факту нечего пока. Поэтому мы спокойно просто примем этот факт, что они нас напали, и все. И запариваться не будем. Так, у меня, правда, сейчас закончится мана, но, по идее, мне должны сейчас скоро дать уровень. Поэтому париться по поводу заканчивающейся маны мы не будем. Будем все разрабатывать здесь. Так, сюда не может добраться. Ну и хрен с ним, ладно. Ничего страшного. Здесь можно докопаться будет сверху. В принципе. Так, книга повара нормально. Так, вот. И нам дали еще... Этого еще маны дали. Ну и прекрасно. Как раз то, что надо. Так, все, прекрасно. Эти у нас тоже начали ковырять. Да сюда ты доковырять не сможешь. Ну, логично. Так, это сейчас еще упадет вниз. Я не успел упасть. Так, вот так вот мы сейчас делаем. Так, нужно мне сюда доковыряться? Ну, допустим, доковыряемся. Вот эту мы сможем вот отсюда сковырять, по идее. Так, все. Эти ресурсы надо все разработать абсолютно, потому что они очень ценные. Так, вот этот уголь мы тоже заберем. Так, что у нас здесь? У нас здесь тоже закончился портал. Так, давайте тогда еще сюда. Так, продолжаем здесь ковырять. Здесь куча угля. Пока мы не сможем производить уголь из говна и палок, это, соответственно, не очень сильно пригодится. Так, это у нас сейчас добудет весь уголек, который есть здесь. Отсюда мы тоже угля кучу выговорим. Так, ну и прекрасно. Так, надо бы кому-нибудь... У нас же есть книжки хорошие. По идее. По идее, мы можем хорошие книжки почитать ребятам. Главное только, чтобы их не убили. Так, книга воина. Давай мы с тебя сделаем воина. Так, сейчас мы все... Просто так, на шару, короче. Так, у нас будет один воин на один маг. Так, скалолаз мельник будет. Так, ты будешь охотником. Так, тебе дадим скалолаза, и тебе дадим скалолаза. Так, а ты у нас будешь каменотес. Так, кстати говоря, у меня есть еще одна кирка, да, надо ее вот этому отдать товарищу, который без кирки тут орудует. Так, через 6 минут на нас будет адское нападение. Адское нападение сущностей, но мы никак не сможем противостоять и, в принципе, не будем. Сейчас наша основная задача набрать все ресурсов, хоть жопой жуй, чтобы их было. Так, а что ты здесь делаешь? Дебил! Что ты здесь делаешь, скажи мне? Господи, конченый кусок говна. О, все, наконец-то. Так, конченый кусок говна вроде как спасен. Блин, следить за ними, конечно, надо очень внимательно. Они туповатые. Туповатые от слова очень. Так, здесь мы, соответственно, эту штуку тоже должны добыть. Блин, здесь еще уголь. Блин, залежи угля. О, и стальки мы еще нашли кучу. Так, а здесь нельзя, да, просветить? Так, ну и хорошо, раз мы... посчастливилось. Так, книг шахтер вообще очень интересная вещь. Так, книг шахтера мы сейчас кому дадим. Он будет воином-шахтером, короче. У шахтеров, насколько я помню, есть дополнительная возможность добыть что-нибудь еще, когда они что-нибудь вырубают. Поэтому шахтеры вообще очень выгодная вещь. Так, а это... Что у нас такое? О, мы уже серебро нашли. Так, неплохо мы копнулись. Хорошо. Значит, тогда продолжаем. Это все, мы продолжаем вырывать уголь мне, потому что нужен вообще для чего угодно. 3 минуты до нападения вражин. Так, а сюда не могу, да? Поставить порт. Значит, сюда поставлю. Так, вот эту всю хрень нам тоже надо разведать. И вот эту хрень нам надо разведать, эту хрень нам надо разбить. Сейчас они потратят... Ну, надо потратить будет просто маны на то, чтобы они вот это все насобирали. Так, что-то вы погорячились, по-моему, маленько. Так, давайте вот так вот мы поступим.
Так, серебро. За серебро мне, по-моему, дадут еще типа квестовых этих. Значит, серебра надо тоже добыть. Плюс тут еще уголь, я смотрю. Вот этот уголь тоже надо выковырять весь. Так, я могу здесь поставить портал? Нет, здесь не могу. Так, а где могу? Вот здесь могу. Так, вот здесь я могу поставить портал. Вот это мы сейчас будем ковырять все. Так, вот это мы будем ковырять отсюда. Так, здесь у нас что? Здесь у нас подъем, подземный водоем. Так, куча всякой интересной ерунды здесь у нас еще кроется. Так, серебро, еще железо здесь есть и... Ага, и еще куча всего интересного. Так, хорошо, это мы тогда все разрубаем сейчас. У нас тут крайне любопытные разработки обнаружились под нашим домом. Так, вот это вот тоже надо вырубить все. Так, ресурсов будет сейчас до жопы. Я пока ничего не перерабатываю, потому что все у нас сейчас нападут. И перерабатывать мне, в принципе, ничего не нужно особо. Мы... Так, я сейчас вообще уберу вот эту штуку, чтобы они это таскали на момент нападения. Потому что мне, в принципе, это невыгодно. Я с ребятами, которые на нас нападут, вообще сражаться не планирую. Я планирую заставить моих гномов здесь копать активно. Да, пусть они здесь пока копают. Пока на нас нападают, пусть занимаются раскопками. Короче. По идее, нападение должно быть немногочисленное, поэтому мы вполне себе сможем... Так, не то я сделал. Так. Мы вполне себе сможем просто не парясь от этого отбиться. Так, а куда ты там побежал? Понятно. Так, у нас есть очередной идиот. Так, ладно, хорошо. Я передумал. Я думал, что я не буду вас в это втягивать, но мне придется вас в это втянуть. Так, давайте. Давайте мы их отразим, эту атаку, давайте, в таком случае. Главное, чтобы никого не убили. Это основное. Так, все бежим назад. Все бежим назад и ждем тогда утра, раз такое дело, раз у нас так получилось неприятно. Так, вот этих зомби я даже не знаю, сможем мы их осилить? Может и не сможем. Даже скорее всего не сможем. Да, осилить мы их не сможем, только получим леща. Так, ладно, тогда уходите пока. Пусть они ковыряют, пес с ним. Мы можем себе позволить с этим смириться пока. Хотя, может и не сможем. Блин. Ну-ка, кто-нибудь сможет им противопоставить что-нибудь, нет? Тут остался один вот этот несчастный товарищ. Ну понятно, вы его, короче, загрызть не сможете, я понял. Ага, этот просто сгорел. А этот что-то просто гореть не хочет, я смотрю. М-да. Этот просто гореть не хочет, а бить они его тоже не хотят. А ты можешь как-нибудь контроль? О! Да, это что-то как-то выглядит не очень честным. Но если они дебилы, я ничего не могу с этим поделать. Так, что у нас тут? Так, у нас тут, во-первых, серебро, которое мы должны достать. У нас тут книга мельника, которую мы должны собрать. И еще два куска серебра, которые мы тоже должны достать. Так, еще у нас адски заканчивается манна. Так, ладушки. В принципе, получилось неплохо. Значит, вот это вот они сейчас добывают. Потом это останется все перетаскать. И тогда со следующей серии мы начнем, наверное, развивать технологии уже. Я думаю, что ресурсов для развития технологий у нас, ну, более-менее достаточно уже. Так, надо только вот это вот все, чтобы они мне перетаскали домой. Да, таскать домой, конечно, это им будет... Не просто, нам нужно быстро уйти в лифты, потому что без лифтов будет прям... Ну что ты стоишь-то, господи, дебил, кусок. Это просто конченые, смотрите. Просто конченые уроды. Так, ладно, все. Теперь, значит, я даю вам возможность все собирать. Все, теперь вы можете таскать все на базу. Неплохо было, конечно, сделать там переносной склад, но до переносного склада мне еще... Где у нас переносной склад?
Где-то в жопе, короче, до переносного склада мне еще играть и играть. Так, ну и ладно. Раз на то пошло, тогда на этом я заканчиваю серию, и в следующей серии мы с вами продолжим. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.